Как думаешь, как завтрашний день пройдет? Заебись. Думаешь, нормально все будет? Охуеть. Ну, покрестят, все хорошо, после этого что будем делать? Отдыхать. Алкогольно? Да. Или не особо? Принудительная вакцинация. Красиво. Думаешь, нормально все будет? Да, конечно. Ну, завтра посмотрим. Главное, не бей меня больше. Хорошо. Первое. То есть меня ты не рассматриваешь, да, в качестве избиенца? Ты просто оглушила. Калиня, ты умеешь делать комплименты? Да. Что ты говоришь сейчас? Он меня любит, ты вникал. Он отличный агент. Думаешь, сейчас ты сейчас думаешь, ты абсолютную правду сказал или не особо? Вот чего? То, что она меня любит? Да. Я подозреваю, что она меня любит. А то, что оглушила? А? А то, что оглушила? Ну, я думаю, если она любит человека, она вряд ли будет ему наносить тяжелые повреждения. А, почему? Потому что нету стола. Стульев нету тоже. Это раз. Во-вторых. Это вы за природу, то, что да, на природу? Ну, во-вторых, мы выпьем, опять все это тащить, опять что-нибудь забудем, потеряем, Лена будет спать. Да, ну, кстати, не исключено. Лен, тебе палатка не нужна. Ну, не. А здесь как бы, здесь просто поспокойнее. Не, ну да. Здесь, знаете, у нас немного. Если захотим выйти на улицу, пожалуйста, вот выйдем на улицу, поиграем в пинг-понг, мы поиграем в бадминтон. Бадминтон у меня проще, чем пинг-понг. Вы поиграете в настольный теннис, мы с Ленкой порубимся в бадминтон. Я делала, я просто больше любитель вот с морковкой. С морковкой и с плавным сыром. Но вот мне больше всего нравится. Еще мне нравится, ну это, конечно, прям. Сёмга, творожный сыр, я это делала, знаешь, да. Собственно, мы идем крестить Калинина. Начинается влог. Калинина, мы идем крестить Калинина? Да. Отлично, все, все собрались. Все у нас тут, все мы с собой взяли. Маруся, веди себя прилично, кошечка. Все. Так. Черепаха, ты будешь сегодня говорить о трикохосе? Обязательно. Так, Богдан Богданович, ты откуда? С магазина? А ты откуда шел-то? Мусор. А, мужик. Что-то не видно, ребят. Калинин! Что такое? О, интересно. Я буду читать. Будешь читать книгу? Не, серьезно. Я взяла две маски. Богдан, хочешь в интернет попасть? Калинин, если что, я уже съемку начал. Дмитрий, дайте, пожалуйста, эксклюзивное интервью нашему каналу. Без подписчиков. Спасибо. О, музычка по теме. Все правильно. Стян подготовился. Дмитрий, может, дадите все-таки эксклюзивное интервью? Спасибо. In the pile, little baby. Lay your pretty face, little smile, little baby. Alright, yeah, big bank roll out. Call my nigga help, tell a nigga bring the hoes out. Know I like a pretty yellow bone with her toes out. Said it's one super bug, bring them poles out. Yeah, I'm like, hey, girl, no, I got you, baby. Put you on the rocks too, baby. Bring you to the block too, baby. What you want, cause I want you, yeah. На фоне церкви тебя сниму, да. Ну скажи пару слов, вот красиво будет. Сигареты, конечно, прекрасно. Дмитрий. Что прислал? Ну просто что-нибудь, скажи что-нибудь, чтобы вспомнить потом. Я ж тебе видос вышлю. Сам будешь потом говорить, почему меня нигде нету. Машина. Да, короче, не уходишь. Дмитрий, ну это же все для вас делается. Обалдеть, как я стою, курю? Как вы с братом стоите, курите.
Чего нервничать? Что ты сказал, Богдан? Левушек. Левушек? Тебе лишь бы пожрать. Товарищ Калинина, здравствуйте. Как ваше ничего? Отличный розовый платочек. Я не знаю, что-то они хотят, может... Вы что стоите? Вы что-то хотели времени, купить? Времени, что ли, много? Мы уже опаздываем. Что, на курорт приехали, что ли? Просиявших святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Ну и что это мы тут делаем? Нигде ты сидишь, только не крит. Селфи делаем. Селфи они делают. Покажите селфи. Они еще и в сторис выкладывают. Да вот делай вид, что читаешь. На что ты там имела право сейчас? Я тебе вечером дома расскажу, под запись. Что я имела право. Что? У себя дома. Ты заговорил, это неужели? Либо поможет нам, либо поможет искать. И либо поможет нам, либо поможет все Господи.
яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, о крест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси, вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение и на людях Твоих благословение Твое. Ну что, собственно, все прошло хорошо, Дмитрия покрестили, Дмитрий очень рад, искупался, свежачок. Лен, ну как тебе крещение? Хорошо прошло, да? Спокойненько, так непринужденно. Дмитрий, ну сейчас хоть скажите, как прошло крещение, как вам понравилось? Чувствуете уже какие-то изменения внутри себя? Просвещенность. Просвещенность, хорошо. Мы за вас очень рады, поздравляем вас с этим днем. Спасибо. Будьте здоровы и счастливы. Благодарю. Крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся, не разлей водой, шутят все вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг. В полдень или в полночь друг придет на помощь. Вот что значит настоящий верный друг.